Алексей Буртасенков работает в монументальном искусстве, жанрах исторической картины, пишет натюрморты, портреты и пейзажи. Его полотна хранят галереи разных стран мира. Секретами такого волшебного и чарующего искусства, как живопись, Алексей поделился с воспитанниками детской художественной школы. Трудно научить за 3 часа. Я думаю, все-таки учат педагоги. Педагоги очень серьезные у вас, я так уже вижу по их живописи. И много чему могут подсказать. Просто попробуем выявить слабые стороны, какие-то, может быть, упущения, которые со стороны виднее. Ребята должны были написать натюрморт акварелью за 3 часа. Юные саровчане старались словить каждое слово именитого художника. Алексей Николаевич посетил наш город в рамках живописного симпозиума «Арт-локация». Его красоты он уже запечатлел на своих полотнах. Красивое место показали, где вот старая была дорога, которая вела к монастырю. Красивый вид открывается со стороны реки. А завтра еще до конца не определили сюжет, потому что и хочется и город написать, где творили создатели атомной бомбы, и в то же время и еще какие-то места с Серафимом Саровским. Поэтому трудно. Вот хочется все ухватить, объять необъятное. Живописный симпозиум реализуют в рамках программы «Территория культуры Росатома». Его цель – зафиксировать художественный образ городов Росатома и их окрестностей. Образ, который через время принесет знания о нашей эпохе и людях, работавших в атомной отрасли. Наш город участвует в большом проекте, который охватил 10 городов присутствия Росатома. И мы 9-е в этом списке. То есть вот предварительный тур, вот этот десант художников, мы 9-й город, и уже очень близко итоговая выставка, которая пройдет в Москве, в госкорпорации «Росатом». Московская выставка станет кульминацией масштабного проекта. Теперь саровские достопримечательности пополнят живописную коллекцию государственной госкорпорации «Росатом».